Уже больше 20 дней участники шоу «Последний герой» живут на острове. И общение в коллективе обострилось, так как девушки заметили не совсем обычное отношение к себе со стороны Александра Матвеева. В племени его по-доброму называли «дядя Саша». В прошлом выпуске герои выгнали Настю Петрову, более известную как победительницу проекта «Пацанки». Девушка приехала на остров в середине проекта и пробыла совсем недолго. Но она неожиданно вернулась и заявила, что один из участников позволил себе схватить ее ниже пояса во время их пребывания на острове. Так как Настя в раннем детстве уже пережила попытку изнасилования, этот поступок взрослого мужчины вызвал особенное негодование. Слово взяла Дарья Колпакова. Мы сидели на лавочке, он меня обнял. Я ему сказала больше ко мне не подходить. Потом он ночью пришел, Ромка рядом со мной спал. Следом за ней высказалась и Саша Маслакова, которая имела свою точку зрения по этому вопросу. Просто в одну из ночей он меня крепко обнял. Но я не считаю, что это было домогательство. Просто я ушла спать в домик, так как не особо тактильный человек. Может быть, он во сне перевернулся и положил руку, заявила девушка. А вот Елена отказалась говорить на камеру, попросив выключить все записывающие устройства. В итоге участницы все же побеседовали приватно, после чего Яна решила обсудить эту тему и на совете. Но, видимо, понимая, что ситуация нестандартная, на церемонию голосования также была вызвана и Настя, которая сразу высказалась. «Я человек, который подвергался попыткам каким-то. Вы показывали знаки внимания. Вы подошли и хлопнули меня по попе. Но я повернулась и не поняла, на что вы рассчитывали», призналась Петрова. К слову, еще до церемонии дядя Саша заявил, что собирается уйти, так как плохо себя чувствует. У него болит спина и проблемы с почками. Видимо, свою роль сыграли и обвинения, услышав которые, он сказал: «У меня давление, я ухожу». Неожиданно племя стало обвинять в ситуации не 60-летнего участника, а Настю, которая решила придать огласке такую непростую тему. И на нее в буквальном смысле накинулись участники совета, обвинив ее в хайпе. А когда дядя Саша вернулся на свое место и ему задали прямой вопрос, то он смог ответить лишь: «Никак это не объясню, это дурость». В финале выпуска он выступил с последним словом, объяснив, что переоценил свои возможности, поэтому покидают шоу. «У меня проблемы со здоровьем, мне надо уйти. Извиняюсь, если кому-то причинил боль и неудобства». А у меня на этом все. Услышимся.